On April 21, there was a missile attack on the Crimean city of Sevastopol. Local telegram channels reported on this. The governor of Sevastopol, Mikhail Razvojayev, said that 10 missiles were fired at the city, and the missiles were shot down by the air defense system. According to him, the remnants of the missiles damaged the city's infrastructure, the windows in the houses were broken. As a result, 2 people died. In the footage shared on Telegram channels, one of the missiles appears to have hit a cargo ship and started a fire. Firefighters and ambulances are said to have been called to the scene. No casualties are reported. Due to the incident, the movement of ships in the Sevastopol Bay was stopped. Вот только что мимо нас стрелок, 200 метров ракета проход, вон, видишь, горит. Так что у меня сегодня второй день рождения, наверное, у нас всех. Вот такая вот херня, вот так мы работаем. Прям рядом с нами. А вот Санек, который чуть-чуть не перепугался. Игорь, давай. Оп. Блядь, спасибо. Чуваки. Что-то техника тут пиздец пострадала, блядь. Да, жестко тут было. Опа, давай иди тут, что, блядь, взрывнул пуху. Ну пока хуй его знает. Под ноги внимательно смотрите! Под ноги смотрите внимательно! Что там? А? Не нравится, как они летают тут. Башня танка валяется. А, да, это да. Камикадзе. Он что? Ты давай, Игорь, иди, не пизди. И под ноги смотри. Вот тут кусочек танка. Чуть-чуть. На русского попытайтесь повыходить! На русского попытайтесь выйти! А? Валяется. Тут, кажется, был покос. Нихуёвый такой причем. Славяне! Идем, идем, или быстрее давай, догоняй. Ветеран. Ветеран. Хлопчик. Грей. Грей. А?
Thank you.